гнев Паши Махмуда, был мир, покой и процветание. Но не всем это было выгодно. Были те, кто жаждал свергнуть Махмуда и развязать войну. Мессельхёрн, знакомец, что ты забыл в моих покоях? Махмуд, я уже давно ожидаю тебя. Леди Мереды, какая встреча! Стража! Я их убила, и сейчас я убью тебя. Не думаю, что тебе будет удобно драться в этом. Сними свои цацки, я хочу достойного сражения. Хорошо, пусть будет по-твоему. Быстрее, Махмуд! Неприлично заставлять девушку ждать так долго. Которая пробралась во дворец, убила стражу и пытается убить меня. Еще эту хамию! Ну, прости, я не хотела. Отстань, у меня пропало настроение драться с тобой. Я ухожу, но это не значит, что я тебя простила. В следующий раз я точно убью тебя. Только оденься поскромнее. И ты тоже. Третий раз в неделю. Такими темпами моя империя будет процветать еще долго.